Елена Сало. Мы снова в прошлое, начало 20 века. Всем известны так называемые старинные русские вальсы. Их играли духовые оркестры, было модно и приятно прогуливаться в садах и парках и слушать военные оркестры. Эта традиция сейчас возобновляется, как вы знаете. В начале 20 века жил такой замечательный капельмейстер. Его звали Евгений Михайлович Дрезин. Он руководил военным оркестром. И в начале 20 века он, как известно, всем известно сражение за Порт-Артур, он был участником этого сражения вместе с музыкантами. Они прямо на поле боя играли музыку. Он попал в плен, как многие русские воины, и в плену, тоской о родине, написал прекрасную мелодию, которая через несколько лет вышла в свет и завоевала сердца и слушателей, и музыкантов. Ее очень любят, она старая, сейчас мало ее исполняют, но я ее для вас спою. «Березка». Thank you.
В начале 20 века была очень популярна, и в конце 19-го, композитор и певица Татьяна Толстая. Ее знают еще как Котляревскую по первому мужу. А происходила она из семьи музыкантов, из семьи сочинителя цыганских романсов Шиловского. Татьяна Шиловская, Котляревская, Толстая. Она писала очень красивые романсы и выступала с концертами. Судьба ее трагическая, к сожалению, она была расстреляна большевиками в 18 году, по некоторым источникам в 20-м. Было ей где-то 56, наверное, лет. Вот такая трагическая судьба. Но музыка ее живет, и сейчас я спою ее авторский романс, и слова, и музыка ее. Называется он «Мираж». Конечно, Фомин. Все его знают. Прекрасный композитор с интересной судьбой. Он был безумно популярен в начале 20-х. В 29-м уже запретили романс. То есть в Советском Союзе романс запретили, и он был признан буржуазным проявлением, и его перестали петь. Фомин написал много романсов. Он не записывал ноты, к сожалению. Но были люди, которые это сделали за него. До нас дошли его некоторые произведения. Сейчас вы услышите одно из них «Твои глаза зеленые». Это самый академический вариант, записанный в ноты.
Oh.
Я приглашаю Татьяну Кирденко.